Все действительно. Все, мы готовы протокол зачитать. Так, давайте. Протокол номер 2. Заседание счетной комиссии представительного органа Богородского городского округа Кировской области первого созыва о результатах тайного голосования по избранию главы Богородского городского округа Кировской области от 16 октября 2019 года. О результатах тайного голосования по избранию главы Богородского городского округа Кировской области докладчик ПОП Светлана Ивановна, председатель счетной комиссии. Бюллетень для тайного голосования по избранию главы Богородского городского округа Кировской области внесены следующие кандидатуры. Боровиков Виталий Александрович, Кормщиков Сергей Витальевич. Результаты голосования. Боровиков Виталий Александрович за 6, Кормщиков Сергей Витальевич за 5. Против всех нет. Таким образом, главой Богородского городского округа Кировской области избран Боровиков Виталий Александрович.